Здравствуйте, с вами вновь Александр. Я вам сегодня расскажу о коляске от компании Easy Walker. Она называется Musi Plus. И эта коляска, вот знаете, давно меня не впечатляла ни одна коляска так, как впечатлила эта. Потому что вот когда ее трогаешь, ты понимаешь, что ты трогаешь вещь. Качественную, добротную, хорошую вещь, которая хорошо, очень продумана и качественно сделана. Поэтому сегодня я очень хочу вам о ней рассказать. Перед тем, как начать рассказывать, в двух словах технические характеристики о ней скажу. Она с рождения, где-то до 3 лет ребенка. Вот. И сама она весит около 11 килограмм. Плюс-минус. Технические характеристики, ссылку на сайт первой коляски я вам добавлю в описании. Пройдете, там посмотрите точные в сантиметрах, миллиметрах, там все будет. Теперь начнем с вами изучать. Начнем мы с люльки, ей вы в любом случае начнете пользоваться первой. И начнем с козырька. Козырек, соответственно, у нас здесь классический. Из минусов сразу хочу отметить, что нету здесь никакой дополнительной вот секции, которую можно было бы вытащить и закрыть дополнительно от солнца, от ветра, от брызг, там еще что-то ребенка. Придется чем-то накрывать. Но если дождь пошел, все равно будет дождевик. Так, что еще мне очень понравилось в этом козырьке? Есть очень удобная ручка. Кстати, ручка — это кожа. Эта ручка тоже кожа. Все красиво прострочено, все аккуратненько. И кожа, знаете, такое ощущение, что это вывернутая кожа и зашлифованная. Она какая-то прям, ну, очень приятная. Ну, я не знаю, в автомобилях дорогих вот бывают похожие рули, вы знаете. Вот, ну, классно, вообще суперские ощущения. Вот. Что касается козырька, я вам сказал. Теперь давайте поговорим о люльке. Люлька полноразмерная. Естественно, у нее есть накидка, закрывающая ребенка. И вот даже накидку берешь, понимаете, и понимаешь, что вот она какая-то четкая. Все вот ровненько, все вот, я не знаю, как будто бы ручная работа. Мне очень понравилось качество изготовления. Кстати, эту люльку проверяли, проводили тесты. Я, правда, не знаю, кто их и как проводил. Но, во всяком случае, информация эта в интернете есть, что ее проверяли на длительность сна ребенка. То бишь, не на прогулке он там пару часов проспал, а то, что в ней можно даже на ночь класть ребенка на всю ночь. И ребенку здесь очень классно. Что здесь для этого есть? Матрасик, естественно. Хороший такой плотный матрасик. Качественный материал, естественно. Вот. Такого дна в люльке я, честно говоря, не припомню. Здесь дно обычно пластик или деревянное какое-то дно, прессованные опилки там, ну, разное. Вот здесь же дно сделано из это пенопласт черного цвета, видимо, он залит какой-то жидкостью, чтобы он весь такой был в форме, в нужной. И вот, конечно же, он не дает, здесь получается металлические такие вот направляющие своего рода. Видимо, это какую-то форму специальную держит. Ну, в общем, ребенку здесь спина не будет прогибаться у него, она ровная, хорошая, плотная поверхность. Может быть, благодаря ей еще какие-то там тесты она прошла на нахождение ребенка на всю ночь. Но необычно, по крайней мере. Вот, это что касается люльки. Вот загляните внутрь, она вот вся какая-то, вот, ну, она аккуратно, все красивенько, приятные ткани. Не знаю, мне очень понравилось качество изготовления. Вот, что касается люльки, я вам рассказал. Теперь давайте мы снимем люльку и установим прогулочный блок. Чтобы снять люльку, сейчас я вам покажу, что для этого нужно. Берем за ручку, и здесь спереди есть еще один момент, тоже ручка, за нее тянем, и люлька освобождается. Люлька тоже не тяжелая. Все, убираем в сторонку. Сама люлька, она устанавливается на такой специальный бустер, который идет в комплекте. Сейчас, секундочку. Вот. Специально идет в комплекте, устанавливается люлька только на него. Благодаря ему люлька становится выше. И, соответственно, убираем вместе с люлькой.
После чего мы можем спокойненько поставить прогулочный блок. Блок, естественно, он реверсивный. Можем поставить и по ходу движения, и против хода движения. Я его поставлю лицом к вам, чтобы было виднее. И поговорим о нем и о самом шасси. Что касается козырька. Козырек здесь в штатном виде. Он есть. Какой-никакой есть. Хотелось бы побольше, но, к сожалению, он не сильно большой. Но ситуацию это исправляет, если мы открываем дополнительную секцию, и если смотреть вверх, то, ну, не полностью с ножками, но очень прилично закрывает ребенка. В принципе, очень даже достаточно. Если мы наклоняем полностью в горизонтальное положение, поднимаем подножечку, получаем такое достаточно хорошее длинное спальное место. Но в такой конструкции, когда блок реверсивный, далеко не всегда имеется возможность, производитель, по крайней мере, так не делает, что сбоку ребенок хорошо, плотно там закрыт, затянут материалом. Конструкция здесь немножечко иная. Поэтому зимой помощь вам меховые конверты, благо их тоже сейчас много всяких. Вот. И будет ребенку очень хорошо. Так, что касается регулировки, здесь получается положение сидячее, причем очень классный угол. Ребенок полноценно сидит, не завален назад. Вот смотрите, думаю, вам сейчас нормально видно. Хороший угол. Положение среднее, вот оно, и положение лежа полностью. Регулировка осуществляется все с помощью вот этой вот рычажка. Так, здесь все понятно. Теперь давайте о безопасности ребенка поговорим. Все стандартно. Пятиточные ремни с очень хорошей мягкой накладкой на паховой зоне, на плечевой. И это не одно слово, это прям мягенькие, хорошие накладки. Естественно, бампер. Бампер, чтобы посадить ребенка, откидывается в сторонку. Бампер, кстати, тоже обшит этой кожей. Ну, реально прям классно. Вообще. Так, дальше. Подножка, естественно, тоже регулируемая. Здесь прорезиненный материал, вот где у нас указано название бренда. Все это чистится, все классненько. Так, и, конечно же, подножка, чтобы ребенок сюда ноги мог поставить или залезть. Что касается материалов вообще в коляске. Вот здесь в прогулочном блоке используется одна ткань, снаружи, естественно, другая. Здесь тоже достаточно приятная ткань. Вопросов к качеству ткани у меня нету. Козырек тоже с защитой от ультрафиолета, естественно. Плюс сама ткань, ну не знаю, она не грубая, она очень мягкая, приятная ткань. И сразу видно, она такая износостойкая. Это что-то типа такого очень качественного брезента, я не знаю, спецовочки такой. В общем, с тканью все здорово. Так, давайте теперь перейдем к изучению с вами шасси этой коляски. Насчет ручки. Ручка, вот я говорил, вся в коже. Все очень круто, здорово. Она тоже легко регулируется по высоте. И что мне очень понравилось, здесь нету жестких ступеней в регулировке. Здесь по бокам с двух сторон они одинаковые. Отжимаем зажимы. И, соответственно, вот весь наш ход. Вот где нам удобно, вот мы такие, вот, все вот так классно. Все, защелкаем и пошли. В плане регулировки ручки по высоте, вот реально, что остальные так не делают, реально очень удобно. Очень широкий диапазон регулировки. Дальше. Само шасси металлическое. Поюзал, подергал, пошатал, понажимал, как смог ее там напряг, скажем так. Ничего не хрустит, не скрипит, не люфтит. Очень прочное шасси. Также есть амортизация. Амортизация здесь, я бы не сказал, что она какая-то сногсшибательная. Она, скажем так, достаточная для городской эксплуатации, для парков, там еще чего-то. Вот единственное, спереди, ну, не знаю, она, по-моему, ее даже вообще нет. Сзади есть, спереди, видимо, выезжает за счет надувных колес. Колеса, естественно, с возможностью блокировки, чтобы они не поворачивали, не крутились. Это все стандартно, все есть. Так, багажное отделение. Давайте посмотрим на него. Оно большое, но есть косячок. У него корол, какой маленький доступ. Ну вот реально, что тут
ну, я не знаю, прям очень маленький, неудобный доступ. Но немножечко спасает ситуацию, что вот с этой стороны, вот эта часть с резинкой, и можно сбоку что-то запихнуть. Но все равно недостаточно. Вот не знаю, хотя бы вот эту резинку сделали посвободнее, чтобы она прям растягивалась. Ну, что есть, то есть. Тормоз. Все стандартно. Отжимаем. В принципе, можно сверху нажать оба раза. И он такой, его даже усилия не нужно, чтобы ставить. Просто прикоснулись. Классно. Колеса здесь тоже достаточно большого диаметра, я считаю. Они не надувные, просто резиновые колеса. Это что-то между с пластиком, скажем так, и надувными. Плавность хода, в принципе, достаточная для комфортной прогулки ребенка. Так, давайте теперь посмотрим, как эта вся конструкция складывается. Складывается она достаточно просто, можно ее сложить спереди и сзади, это удобно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь есть кнопочка и снутри кнопочка. Одновременно нажимаем. Так, предварительно опускаем вот так колясочку. Можно для компактности убрать ручку и поднимаем. Все. Получается достаточно компактная конструкция, которую можно, в принципе, любой багажник засунуть. Очень удобно. Чтобы разложить, здесь с внутренней стороны есть фиксатор. Отжимаем. Поставили. Ручку на себя. И ставим в рабочее положение прогулочный блок. В принципе, достаточно удобно, практично, не нужно ничего снимать. Так, давайте сейчас еще попробуем сделать то же самое, но спереди колясочки. Здесь то же самое, есть такая же кнопочка. Вот, можно это сделать и с этой стороны тоже. Получаем вот такой вот вариант. Не знаю, лучше стало, хуже стало, ну... Разве так компактнее? Хотя, да. Ну, в принципе, в общем, есть такая возможность сложить ее с двух сторон. Такого я тоже еще никогда не видел. Так, что хотел рассказать? Я вам рассказал. В двух словах подытожу мое мнение. Как я в начале видео сказал, редко коляска так цепляет. Она, в принципе... стоит сейчас в районе там 40 тысяч рублей, чуть меньше. Ссылку на эту коляску я добавлю в описании, пройдите, посмотрите. Вот. И если сравнивать ее с конкурентами за эти же деньги, то все они чуть-чуть будут как-то вот немножечко похуже. Она уже как-то тяготит, знаете, в более такой премиум сегмент. Ее можно сравнивать смело с колясками, ну, плюс 20 тысяч. Я думаю, что там она тоже себя будет комфортно чувствовать, благодаря своему качественному исполнению. Вот. На мой взгляд, хороший качественный продукт. Одна ручка кожаная, реально, прям суперски. Чего стоит. А насчет амортизации, ну... Сзади она есть, спереди нет, но колеса нормальные. В принципе, должна нормально по городу ездить, по паркам тоже должно хватать. Поэтому так особых каких-то минусов для себя не нашел, учитывая цену. Цена-качество, соотношение отличное. Из минусов, повторюсь, вот когда опускаем вниз, вот сбоку ничего не закрывает ребенка зимой, кому-то это будет недостаточно. Поэтому придется утеплять ребенка дополнительно. Но это особенность конструкции, это нужно понимать, когда вы покупаете подобные коляски. У большинства колясок такого типа вот так вот, не закрывая сбоку. Поэтому, в принципе, все. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот. И в заключение большое спасибо первой коляске за предоставленную коляску Easy Walker Museum на обзор. Спасибо. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора, хорошей детской коляски для вашего чудесного ребенка. И удачи вам, всего доброго.